Я думаю, что вот то, что сейчас там происходит в Греции, все-таки никак в будущем не повлияет на распад Европы. Потому что, ну, Европа, она мощная. Хорошо, прям очень лаконично получилось. Давайте поговорим о будущем Европы, вообще к чему все идет, да? Ну, в Европе вы были, я думаю. Конечно. Вот. И во многих странах. Да. Вот. Видели многое. Вот давайте по тенденциям поговорим, да? Вот просто о будущем Европы. Каким вы его видите? Куда Европа идет, к чему она придет и какой она будет там, ну, условно, через 50 лет, да? То есть вот что есть позитивного, что есть негативного и чем все может закончиться. Хорошо? Вот об этом сейчас. Ну, Европа, как-то про нее говорят, да? Старая бабушка Европа, ее так называют, да? Ничего с ней не случится. Через 50 лет вот она вот как была Европой, так и останется Европой.